уже нормально едет. Тут ребята, а? Хвалят. Тут ребята молодые. Они, наверное, бог хвалят там. Чё-чё? Кому что-то захотелось, как девочки снова думали. Один на моем. Да, да, чай пили. Нормально. А, вот, знаете что, может когда доедете, покупать там. Там уже не доедете, это хорошо. Где же вот свои собаки. Ну мне не надо. Да, завтра, потом в среду. Да, не в трубку не бежит.